Всем привет! Сегодня буду опять чистить замшевые кроссовки зимние. Вот в таком они у меня состоянии. Жутко. Ну да ладно, я купила новое средство. Попрочищаю, как написано по инструкции. Очистить от грубых загрязнений. Очистила. Беру чистящую пену. Наношу, встряхнула, наношу, так, написано распределить губкой, распределю рукой, что-то она даже не клеится, так, что-то я не поняла, что-то она куда-то вся делась, номер два. Губку взяла силиконовую и распределяю. Так, распределю помеху. Она вся сразу испаряется. Я что-то не поняла юмора. Ладно. Так, чищу их одновременно. Раз чищу, почищу и вниз. И вот этот край меха. Вот так нанесла. Оставляю на 30 минут высохнуть, как написано. Такой небольшой запах бензина. Сейчас посмотрю состав. Залезу в интернет и посмотрю, из чего состоит это средство. Так, почистила. Высохли. Прошло 30 минут. Сейчас зашнурую. И буду поднимать ворс, как рекомендуется в инструкции. Поднимаю ворс. Ну что, почистила, высох. Ну, почистилась хорошо. Замша немножко прилипшая, она... Сказать бы, чтобы она поднялась, нет. От уксуса она лучше поднимается. В каких-то местах, конечно, очень хороший замша. Замша стала мягкой. Пахнет бензином. Все равно обувь пахнет бензином. Больше всего мне понравилось, как это средство повлияло на мех. Смотрите, свалявшийся мех превратился, как будто его расчесали. Я просто пену нанесла, попшикала, ну так... Потерла вот этой штукой. Посмотрите, какой мех стал. Замшу я бы еще дочистила чем-то, потому что вот мне не нравится. Я бы еще и уксусом прошлась бы, и цвета бы добавила. Но так, замша очень мягенькая. Грязь ушла. Но лучше всего на мех подействовала. По составу это средство состоит... Из воды алифатические углеводороды. Это, скорее всего, это растворители, и, скорее всего, производитель использовал здесь бензин, потому что очень пахнет бензином. Дальше у нас идет бутан, пропан, изобутан. Это чтобы пенилось. Это просто составляющая газ для того, чтобы пенилось средство. Дальше у нас идет силиконовое масло. НПВА. НПВА – это моющее средство. И гидроксид аммония. Гидроксид аммония – это наш отерный спирт. Все, отдушки. И в итоге это средство состоит из бензина, воды, наш отерного спирта и моющего средства. Силиконовое масло, там оно 5%, это просто для ухода за кожей, чтобы она вот мягкая была после обработки. Ее можно не брать в расчет. И в итоге это средство можно сделать самому. И оно обойдется гораздо дешевле. Ну, конечно, грязь ушла. Вот я если сравниваю, какой он был, какой стал. Как экспресс-метод отлично, потому что здесь всего 30 минут. И
нужно идти гулять, потому что он моментально высыхает. Аммиак и бензин быстро испаряется, и можно идти гулять, они достаточно чистые. Средство хорошее. Но надо сразу брать грубую щетку, вот наносить пену и грубой щеткой. Так лучше очищается замша. И зимние кроссовки, конечно, я доработаю уксусом, потому что цвет мне не очень нравится. А я люблю, чтобы цвет был красивый, темный. И пятна от соли это средство не убирает. Вот этими средствами я восстановила замшу. Почистила саламандрой. И довела уксусом. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока!